Всем привет, ребята, с вами как всегда Лёма Втали. Сегодня мы играем в Роблокс, где случаются непонятные штуки. Это одна игра, где 110 МПС и 109. Ну да, я зашел на этот сервер. Это какой-то мутный никак-то. Блин. Давайте мне уже типа что закончится? Нет. Блин, я отлично выгляжу. Давай. Ну давай. Скинуть его. Чувак, ты подписан? Если ты подписан, то я не буду скидывать. Я тебе напишу. Меня есть канал. Давай. Чтобы крутая карта. Чтобы крутая. Давай. Кто-то там падает специально. И новая карта называется у нас... понятно. Маникальный особняк. Маникальный что это значит? Скажите мне вообще. И все мы на второй этаж, конечно. Я первый. Сюда. Тут же она. Тут можно. Пам! Значит, я. Сколько мне хп снялось? Из-за такой высоты серьезно. Ох, этот шторм, знаете, это что делает? Я всегда думаю, что он так себе штука, что ничего не может сделать. А он нафига еще сможет делать. Что? Нет! А где шторм? А где? Не понял. На что, как за расходом ноги? И... Так, это бог сейчас что-то делает. Ну, пока кроме этого бог ничего. Кроме этих штук, еще они такие. Не важно. О, вот еще. Это чувак. Ох, ребята, что за блин? Тут еще кто-то умер. Тлупа-папа-сисик. Тут уже непонятно. Тут непонятно, куда идти. Я могу. Потом я изучу этот дом в следующей серии. Он должен потом его изучить. Там есть подвал. Не знаю. Ох, что было и что осталось. Тут и там человечек остался. Пачи полез.
О, ну это кто-то знает. Помните, как тут было, вот человеки не умерли. Они очень сильно хорошо выживали, но умерли. Если сейчас сторон будет, охренею. Я охренею. Катится, ура! Цунами? Нет! Цунами? Нет! Не будет цунами! Идет нахрен цунами! Что будет цунами, если... Да блин, не сядь! Цунами, вот чё? Что есть? Да. Вот идёт, ты достался, блин. Ладно, по идее, мне не должно быть, по логике. Убила. Нет, жив. Я жив. Чего тут не единого человечества? Я жив. Ура! Вот это экшен. Вот это экшен. Понимаю. Вот это сидеть. Помахаю. Та-дам! Вот это жизнь. Я единственный, кто логику использовал. Единственный. Но это было логично, если так сделать. Это было настолько... Или я только один уже? О мой гад. Я только один уже, вот как? Понятно. Пошли. Я на танк. Че ли на этот танк? Да сядь! Все. Сели. Валим. На гелике. Крутые парни. Сука, мне. Будем водить танки. Это вообще как круто. Это было не смешно. О, а что ты на танк залезла? Ах, блин. Нет. Да что в тебе? Я умер. А нет, я не умер. Я жив. А, блин. Сколько сейчас на меня разводится. Тут зажидеть. Полная. Нет, эта стена меня носит сюда. Я жив еще каким-то образом. О мой гуд. Ты жо? Ах, вы сами в жопы. Я буду тут сидеть. Валим на этой штуке. Я бот перед домом. Не жив, Тимура.
Ужас. Ужас. Я это забыть тоже. А то жизни мало. С этого реально лайк. Хотя подписка. Кто не подписался, подпишитесь. Уже не будете просто так не подписываться и смотреть на меня. Да? Если вы так правда делаете сейчас, то я расстроюсь. Нет, я не буду больше выпускать такие видео. С Роблокса. Еще не забудьте подписаться на моего друга Шпанахали. Я до канала, а еще друг Ачпа. Я читаю канала Майнкрафт и еще там что-то такое. Но у меня 16 подписчиков. И эти подписчики мне как... Не важно. Я уже забыл слово тут. О! Что? Что? Нет. Ой! 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 Ой-ой-ой-ой! Бежим! Да-да, чувак, ты сейчас гляпу просто оттуда. Пусть! Мне бы чуть выйдет со мной, что же? Нет, иди сюда, нет. Ой, ой! Вы тут без крыши. Нормально? Идем тут красиво. Нет? Нет. Да вот тут то. Шикаться не надо. Убила. А как там можно выжить? Там еще эта штука должна выжить. А как там можно было выжить? Дай посмотрим. Там кто-то вообще хотя бы выжил. Сейчас выжил. Нет, кажется, никто не вышел. Да, никто не вышел. Там нереально вышить. Как там можно все вышить? Почему наоборот? Куча людей! Выжила. Я в шоке. Огромный шок. Ну... И всем пока, ребята, с вами, как всегда, был я, Мухтар, и всем пока!